Первый раз сходили на Джамгуль. Нашли самое единственное место, где можно купаться. В остальных местах там скалы, скалы, но они скалы. Все, а теперь едем домой отдыхать, спать. Я ногу сыром. И Тимур ногу потерял. Яра, пустить тебя, что ли, свободный плавный? Да. Что там? Дырки какие-то. Дырки какие-то. Вот. Это пещерный, наверное. Яра, встань, замри. Там тропинки нет налево? Налево. Пошли. Яра, пошли. Ух ты, уже камнепад уже сделал я. Яра.
Давай, пошевеливайся. Пропустите пещерного волка. Вера, вперед. Стоять, я. Доехали до урочища Джангуль. Вид, конечно, потрясающий. Волны, скалы. Обалдеть. Камни, камни огромного размера, по ним приходится прыгать. Такое скопление камней, конечно. Плюс море, море вообще офигенное, красивейшее море.
Тимур, ты где? Тимур! Ребята, можно снимать? Это опасный участок здесь. Ой, опасный участок здесь. Ну, мокрый. Блин, очень мокро, Тимур. Осторожно.